В Когалыме 70 сотрудников нефтегазового предприятия привились от коронавируса. Не на несколько часов конференц-зал стал кабинетом для медпомощи. Здесь установили ионизаторы воздуха и мини-холодильник для гамковитвака. Специалисты осмотрели всех желающих и сделали первый компонент вакцины. Теперь нефтяникам в следующие 42 дня предстоит вести дневник самонаблюдений на портале госуслуг. Отмечу, в Когалыме прививки против COVID-19 сделали 2500 человек. 1300 из них полностью завершили вакцинацию. Сейчас это очень удобно, не нужно отстаивать большие очереди в больницах. То есть к назначенному времени пришел, проверился, замерили температуру, замерили сатурацию, сделал укол, подождал полчаса, ушел домой. То есть я считаю, что это очень удобно. Все, обезопасить себя и своих окружающих. Ну, опять же, безопасность важнее всего. А как обычно вообще прививки все ставите? И как нормально это? Да, конечно, переношу очень нормально все. И прививки, да, все ставлю. По времени, опять же, все наблюдается нашими медсестрами, опять же, со стороны организации также все проверяется, смотрится и напоминают.